дальше на нашем пути припаркованные машины. Левый поворотничек. Почему? Потому что вам хоть одним колесом, но придется вылезти на встречку. Вот обратите внимание на эту машину. Она давно стоит с оборванным зеркалом. Едем. Поворотничек-то надо выключить. Вписываемся аккуратно в поворот. Отлично. А дальше у нас с вами выезд на главную дорогу. И нам надо с вами повернуть на этом перекрестке направо. Что делать? Сцепление до упора. Передача до упора. Передача нейтральная. Пропускаем пешехода. Первая передача. Выползаем край проезжей части. Всех пешеходов пропускаем. Всех и слева, и справа. Подползаем к краю проезжей части. Край проезжей части за зеброй. А в какой ориентироваться? По этой или по ту? Где край пересекаемой проезжей части? Вон там, где начинается с той стороны закругление. Но у вас здесь чуть-чуть дальше край проезжей части, да? Потому что вам не видно, что слева делается. Что слева? Никого? Первая передача. И поехали. По следующей зебре идет пешеход. Сцепление до упора. Передача нейтральная. Девушка проходит. Первая передача. Готовимся ехать. Потихонечку трогаемся. Оп, заглохли. Сцепление торт.